А чтобы на сайте MyCSGO получить халяву, в поле промокод вводи промо STR777 и получай плюс 30% к своему депозиту. Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Стрейбер на связи, как по-классически, по старинке, как уже идет практически 3 года. Здорово, бродяги, Стрейбер на связи. Сегодня у меня очень интересный ролик. Я не знаю, я надеюсь, я не затуплю и выложу предыдущий ролик, который я предыдущий снимал, и вы поймете, о чем идет речь. Но сейчас, на сегодняшний момент, у меня лежит в инвентаре ровно 80 тысяч рублей. И в этом ролике я вот так вот это просто вот так продаю, оставляю в своем балансе и не буду выводить, хотя что очень сильно хотелось. Но в ходе съемок предыдущего ролика, где я вытащил 80 тысяч рублей, не буду говорить каких, при каких обстоятельствах, я придумал еще один интересный ролик, где мы будем непосредственно взаимодействовать с сражениями. Сражениями с ботами, с реальными людьми будем тестить. Поэтому, ребята, это сайт MyCSGO, на моем балансе лежит ровно 80 тысяч рублей. И, соответственно, промокод, куда же без него, куда же без вашей поддержки, что для меня очень важно. При пополнении баланса на сайте MyCSGO вводите промокод STR777, который, благодаря которому вы будете получать халяву в виде 30% на свой баланс. К примеру, объясняю, вы такие: вот поиграю я на сайте MyCSGO, заходите депать баланс, так, сумму, я хочу пополнить сюда 500 рублей. А тут написано промокод, а вы такие: что за промокод? Вставляете мой промокод STR777, который будет, кстати, над моей головой, чтобы могли заскринить. И в описании также оставлю для вас вместе ссылки на сайт MyCSGO. И получаете не 500 рублей на баланс, а 650 плюс 150 рублей просто халявно. Либо, я не знаю, есть люди, которые депают там по 10 тысяч рублей, вы получите 13 тысяч. Короче, от вашей суммы плюс 30%. Промик в описании над моей головой и поехали, 80 тысяч на моем балансе. Заходим сходу в сражение. Короче, я хочу сегодня окупиться только only в сражениях и посмотреть, реально ли с большим балансом окупиться только в сражениях. Вот мне реально интересно попробовать. Давай попробуем первый лайтовый. Мы сделаем с ботами. Тут, кстати, есть возможность играть с ботами, либо играть с реальными людьми. Но, насколько я знаю, это не такая популярная, не такое популярное направление на сайте MyCSGO, чтобы играть с реальными людьми. Ну, видите, да, на суммы какие играют. 20, 30, 100, 200, 300 рублей. Вряд ли кто-то сейчас залетит там на 50 тысяч. Поэтому я создаю сражение. Пользователи 2, боты, бот 1. Публичный. И вот сейчас просто лайтовенький какой-нибудь чисто на сливчик сделаем. Вот такой вот на десяточку. И посмотрим вообще, что у нас сегодня по шансам. Получится ли у нас окупиться или нет. 69 тысяч минус 11 тысяч просто уже улетело. Пока лидирую. Пока в нуле. А нет, хотя лидирую. Лидирую сюда. Ну как бы это не есть хорошо, что я сейчас окупаюсь. Потому что я же дальше хочу на большой депозитик залететь. И как бы есть вероятность, что я сольюсь. Поэтому думаем логически. Думаем башкой. Я выиграл. У меня было ровно 80 тысяч, сейчас на балансе 83. Плюс 3 тысячи рублей. То есть я рисковал из-за 3 тысяч рублей потерять 10. Это как бы не есть хорошо. Но сейчас я должен был, наверное, слиться. Вот давай этому мальчишке сольемся. Ну, надеюсь, что это сейчас все сольется. Потому что мне нужно накопить ману, чтобы я слился. А потом на большой балик уже тысяч по 10, 8 кейсов сделать. Уже постараться окупиться. Но, к сожалению, я забираю, скорее всего, этот лот. Печально. Блин, не хотелось бы маленьких ребятишек-то вот так вот забивать, забирать. Да, я забрал. Но... А, нет, он забрал. Слава, пожалуйста, я не против. Я не против такие эти сливать. Давай еще раз сделаем 3 бота, 4 пользователя, 3 бота. И добавим вот этих вот, вот так вот. И какой-нибудь один какой-нибудь за 4000. Нет, даже не за 4, вот этот бриллиант. Поехали на 4000. Давай слив сделаем. Я сейчас сливаю то, что я выиграл в предыдущем сражении. Поэтому боты я понял, он мне сейчас выдает. Я тебя понял. А, ну хотя, нет, все равно я лидирую. Давай, вот в дорогом кейсе меня слей. Я готов потерять эти 4000 рублей. 51, я пока лидирую. Блин, 340, я лидирую. О, отлично, забрал вот этот тип. Хорошо, отлично. И также 9000 рублей я закладываю на то, чтобы слиться. Давай вот за 38 рублей перейти к списку сражения сразу. Пусть он там сливается, публичный. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, два. И мне нужно 9000. Раз, два, три. И вот этот самурай, наверное. Оп, ехало. Ах, блин. Неправильно, неправильно. Выйти. 4 пользователя, 3 бота. Так, 3 бота. Хоп, хоп, раз, раз. И еще вот это за 600 не хватает. 2 по 500. 9300. Ехало. Фух. Потихонечку готовимся к самому масштабному сражению на сайте MyCSGO. Я не знаю, кто-нибудь 70 тысяч на MyCSGO закидывал или не закидывал, но гемоглобин 1000 рублей. Давай. Блять, зачем этот гипнотический? 13 тысяч. Пожалуйста, я тебя прошу, просто заберите кто-нибудь. Я готов проиграть это сражение, но я, конечно же, забираю. Это печально, это печально. Я потратил 9, но получил 42. Это как бы окей, сотка на балансе, это хорошо. Но тогда мы делаем что? Мы создаем вот так вот снова сражение и делаем уже
одновременно 40 ракет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и какой-нибудь за 25. Во, 40 ракет. Ехала. Блять, ну жестко, слушай, жестко. На 40 тысяч сделать сражение для того, чтобы слиться, это вообще Unreal на самом деле. А, ничья. Ну, пока мы наравне идем. Тут чувак обходит зиркой нас. А, я забираю. Окей. А, графит. Блять, это снова мое, походу, да? Это снова, походу, мое. У меня 22 куска уже. Блин, ну это как бы прикольно. Как будто бы стоит сказать, Стрейбер, угомонись. Мое. 42, я уже боюсь смотреть, сколько там на самом деле. 98 кассиков. Ё-моё. Как будто бы и не надо делать ластовые, вы как думаете? Вы так считаете, что ластовые не надо делать? Блин, это, конечно, прикольно, но давай, знаешь, что мы сделаем? Мы вот эти всякие неинтересные для меня скины продадим, которые тяжело будут продаваться непосредственно на маркете или в стиме, либо будет большая комиссия на деп, если я депаю скинами, к примеру. Ну и вот так вот. Сколько у нас остается? 83 тысячи. Неплохо. 83 и 85, 86 у меня на балансе. Ну, должно же когда-то меня слить. Давай попробуем. Знаешь, что сделаем? Смотри. Нет, подожди-ка. Тири, давай просто вот так раз, два, три, четыре сделаем. Создать и, ну-ка, мне нужно сливной сделать. Мне нужно сделать сливной. Сейчас вот на десятку сольет на меня, надеюсь. Очень надеюсь, что сольет. Пилот, чувак, забирает. Все, чувак забрал вот этот. Ну, точнее, бот забрал. Окей, я не против. Пускай забирает. Ну, когда-то должен был быть этот слив. Когда-то должен был быть этот слив, потому что, ну, невозможно так, что мне подряд будет вести. Давай еще раз сделаем. Ладно, добавим. Вот такую и вот какую-нибудь тысяч за 12. Поехали создать. Минус 15 тысяч, по-моему. Ну, 65. На 65 сейчас можно бахнуть масштабное такое сражение. Это будет прям очень-очень-очень хорошо. Так, мне выпадает железная роза. Блин, сколько ты стоишь? Я уже забыл. 500 рублей. Но пока я впереди. Это есть вероятность, что сейчас вот за двадцатку у меня... Ой, за десятку, точнее, кейс меня окупит очень хорошо. Королевский синий ему падает за двушечку, да? 1600. И теперь самый важный, ответственный момент. Сольешь меня или не сольешь? Удар кобры, в принципе... Гамма-волны забирает однозначно, пятак. Ну, так бы я мог здесь залутать 10, ну, 20 тысяч мог бы залутать, но окей. И я думаю, пора делать ластовое сражение на 65 тысяч рублей. Что мы можем здесь придумать? Во-первых, 4 на двадцатку мы вот этих добавим, 3 мы вот этих добавим, и вот этот, что ли, 57 тысяч. Еще, в принципе, у меня 8 тысяч остается. Давай вот эти вот до конца добьем, 10. 60 тысяч рублей, ребята, мы играем 4 пользователя, 3 бота, если сейчас я выиграю минимум 1150-200. Но если я не выиграю, я остаюсь просто в нуле и вывожу. Хотя даже не в нуле, потому что я депу с промиком на 30%. Я плюсом 30% ухожу. Это очень хорошо. Ребята, это самое масштабное сражение на сайте MyCSGO, которое какое-либо было. Потому что я тоже слежу за блогерами и ни у кого не видел подобного видоса, который делает сражение большое. Поэтому я могу смело говорить, что это самое большое сражение на сайте MyCSGO и вообще в Ютубе. Фух, я в принципе готов. Пошла жара, но я думаю, MyCSGO не даст мне забрать 200-300 тысяч рублей сейчас с депом 80. Это минус, золотой карп, все, сразу просто по первому можно делать, что я хотя у него 15, нет, он забрал, у него золотой карп 2. Блять, это плохо, у меня ладошки вспотели жестко, вы не представляете, вы просто не представляете, как вспотели мои ладошки. Но последний кейс, по сути, должен все решить. 19, чувака 24, 28, у меня 24, давай. Да собака ты сутулая, 44 куска. Сколько бы я мог забрать? Давай 35, 40, 70, 80, это 170, 180, почти 200 кусков, и плюс там у меня 80, ну почти 300 тысяч бы я смог забрать. Ну окей, у меня остается 4 тысячи, мы делаем как? Мы делаем вот этот вот кейсик, так, 4200, 3800, 4 пользователя, ну давай попробуем хотя бы 2 кейса. Может быть, а может быть и нет. Вот видите, да, как может произойти? Может произойти вот так вот. Но чем-нибудь порадуешь, к сожалению, ничем. Чувак шарк забирает. Эх, ну ладно, я не расстраиваюсь, я ухожу с плюсом 30%. По крайней мере, я сейчас, знаете, как мог бы сделать? Да, шарк забирает, это уже логично, понятно. Я бы мог, знаете, как сделать? Условно, не продавать это, соответственно, оно у меня так и осталось. И 80 тысяч, которые были на балансе, пооткрывать кейсы, вывести плюсом 80 тысяч рублей. Ну вот эту всю историю, 83 тысячи рублей я буду выводить сюда. Я депл, можете просто обратить внимание с промокодом STR777 и с балансом 60... Нет, 60...
62, что ли, или 63. 64 тысячи был баланс у меня. Я депал сюда. А на баланс пришло 83 тысячи. Этот промокод вы также можете использовать в любое время дня и ночи, в любую погоду, зимой, вечером, утреннее, мудренее. Вы, короче, поняли. Этот промокод над моей головой в описании под этим видео, ребята. Буду завершать. Надеюсь, вам ролик понравился. Поставьте лайкосик, подпишитесь на мой канал. Промокод в описании вместе с ссылкой над моей головой. И также на экране 4 ролика. 4 ровно ролика. Вот так. Раз, два, три, 4. Кликайте на один из них, продолжайте просмотр моего контента. Я с вами не прощаюсь, ребятки мои дорогие, на связи.